Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Дело вернули в прокуратуру, передает корреспондент. Суд постановил приговор Липецкого областного суда отменить, возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков, огласило решение судебная коллегия. Липецкий областной суд 4 июня оправдал Тенгиза Гигиберию, обвиняемого по статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Это решение обжаловала прокуратура. Суд в Липецке пришел к выводу, что криминальный статус Гигиберии не свидетельствует о том, что он занимал высшие положения в преступной иерархии. Прокуратура же считает, что Гигиберия, отбывая наказание за другие преступления, возглавлял в колонии вертикаль, нижестоящие звенья которой выполняли его поручения и передавали ему деньги на регулярной основе. Защита же указывала, что прокуратура не доказала существование преступной иерархии в Липецкой области, которая была бы подчинена Гигиберии. Этот приговор – первый оправдательный в России по данной статье, однако первым в России за занятие высшего положения в преступной иерархии был задержан другой человек, его имя не называлось. Примечательно, что он, как и Гигиберия, был оправдан, на этот раз, Томским областным судом на основании вердикта присяжных. Статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в Уголовный кодекс Российской Федерации в апреле 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.